Всем привет, и сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы продолжаем проходить игру Fable Anniversary. У нас уже близится игра, в принципе, к завершению. Нам уже нужно одну душу найти, либо убить наставника, либо на кладбище. Ну, давайте на кладбище сгоняем. Хрен с ним, оставим всех в живых. Так. Архона, Долхоломогорье, Просека, Ведьмин лес, кладбище нежити. Вот сюда нам нужно. Мы не стали ни Грома убивать, ни Алую Розу, или как ее там зовут. Ни нашего наставника мы не будем убивать. Будем паиньками. Чего вы здесь стоите? Нас в гильдии предупредили. Не знаю, что происходит, но с виду похоже на конец света. Но раз ты с нами, можно вместе со всем этим делом разобраться. Не затем я в пятый полк пошел, чтобы весь день стоять, могилы стеречь. Никак нет. Так. Ну-ка, что у нас там с лицом вообще хоть? Из прищеринов таких каких-то из... Ладно, снаряжение. Свинокольчужный шлем. Нет, стоп. Где у нас шлем воина света? Ладно, погнали. То есть мы стали относительно, грубо говоря, добрыми, поэтому у нас... Плюс этого меча скорость атаки у него больше. Че, их режешь, что ли? На себе комбо-удар мультик. Заюзал один раз, он там по нему ударов 5 мощных прошло, и все. По сути, заклинание здесь нужно карни небесная массовая, если мелочь хвалить. Плюс щит, лечение. Ну, значит, добрый, злой. Так, мультик юзаешь и одну цель он дубасит. Ох, за сколько тут нежити-то. Привет, ребята, можно я здесь тут постою? Не полуплю вас немножко. Все, один остался. Когда у него мультик действует? Вообще ни о чем. Зашибись, конечно, мультиудар. Просто по одной цели куча ударов наносится. А его же не в могиле случаем-то тело находится. Там же душа вроде разговаривал со мной. А вот мы и он. Мы снова встретились, герой. Ты вернул мне мои доспехи, оружие и подарил мне покой.
Теперь я отдам тебе свою душу. Но я Ностро, и душа моя — душа воина. Только в бою возьмешь ты ее, чтобы за гробом мне не стыдиться своих товарищей. Они поклялись защищать меня и после смерти. Я уязвим лишь, когда они гибнут. Возьми мою душу с честью. Давай, давай. На нежить она вообще здесь умрет, как мухи. Так, заберите душу Ностро из круга на кладбище. Ну, погнали. Чем больше их набью, наверное, тем больше это будет. Да ладно, даже Бетова, когда он... Ну все. Джек из тени маска. Так, всего-то чуть-чуть. Так, тебе нужно к алтарю. Так, где у нас это святилище Архонта? Переместиться. Детишек, конечно, можно стругать с пятью женами-то. Благо, чтобы они не знали друг о друге. Гласят, что лишь одному герою будет позволено пройти через врата. И угадай, кому? Не знаю, как Джек будет выглядеть в этот раз, но вряд ли белым и пушистым. Согласен? Удачи. Я буду молиться за тебя. Ну да. Ты опоздал, мой маленький герой. И получил новый задание. Опять опоздал. Приходи к бронзовым вратам. Если ты проиграешь, люди Альбиона утратят последнюю надежду. Я уверена, ты справишься. Мне еще не приходилось работать с таким героем. Тебе все по плечу, честно. Так, а что ты мне получил-то? Какую-то хрень. Так, брошу Испер, перо. Шлем слуги тьмы, рука нежити, зуб кракена, фигура чего? Фибула Мейза, карта. Лента огненного сердца, эликсир воскрешения. Рубин, бриллиант, мешок, какие-то. Сколько же мне тут мяса набралось? Пиво дофига. Так, яблочный пирог, лампа, кошель, подсказки. Ладно. Так.
Ладно. Погнали. Финиш хим будем делать. Лава в замерзших землях. Ты подаришь мне свободу. О да, моя верная марионетка. Ты еще не устал плясать под чужую дудку? Я не простой смертный. Все твои боги и демоны, которых ты почитаешь для меня, ничто! Дракончик прирост. Победить Валетта... Ох, нифига себе, 20 косарей. Да, неплохо такого начинать. Весь этот шар, это пламя, тот день, когда сгорел Оуквелл. Тысячи и тысячи лет! Тебе не вдомёк, кто я такой! Как можно просто использовать тупо одну ману и щит и пройти? Вообще он валится, это ни о чем. Да мне вообще посрать. У меня здоровье дофига. Я сейчас мультик наложу тебе, ну дохую. Да ладно. Все что ли? Тут здоровье дофига и маны дофига. Ты что хочешь со мной бодаться, что ли? Иди, мой маленький, сюда. У меня тут мультики специально для тебя есть. Вообще ни о чем. Даже можно было не тратить последние три бутылки для заполнения плюс 7 маны. Ни одной смерти, ни одного практически повреждения. Еще не закончено. Ты должен уничтожить маску, не надевая ее, что бы ни произошло. Надень меня. Надень меня. Да нахрен это мне нужно? Вали, сдохни там. Мы не станем злым. Так, все, мы побили. То было сражение, о котором позже слагали легенды. День, когда герой из Оуквейла победил дракона Джека из тени. День, когда существо, скрывавшее лицо за маской, было изгнано из нашего мира. И здесь заканчивается наш рассказ, хотя даже те, кто больше всех был исполнен надежды, знали, борьбе добра со злом не будет конца. А что же стало с гильдией и ее героями, это уже совсем другая история.
Ну что ж, мы победили Джека из тени. У нас, оказывается, под гильдией вот эта комната была, в которой были все фрески, рассказывающие нашу историю всю. То, что нашу деревню сожгли, там всех убили по наказу Джека. И плюс дальше, что нас спас специально наставник этой гильдии, чтобы потом нас, как говорится, предать и использовать для Джека специально. Нашу сестру покалечил тоже Джек. В общем, все было завязано на этого Джека. Ну, как видно, игра была переиздана The Lost Chapters, что плюс здесь графика стала получше, но учитывая намыленность ее, не особо она, конечно, нравится. И багов, в принципе, прибавилось, я бы сказал, а не уменьшилось. То есть портировали очень плохо на новый движок. И случается там такие баги, что персонажи идут на месте, там залипают, еще что-нибудь случается. Проходишь сквозь удары, мимо тебя проходят, ты против кого-то мимо удара проходишь. То есть багов в игре хватает. Но если кто-то является поклонником старой игры, ему, в принципе, можно поиграть в переиздание, но такого, как раньше, ощущения у него не будет. То есть игра на один раз пройти. А не так пройти за добрую сторону, потом за темную сторону. В предыдущей части, в принципе, было такое желание. А здесь из-за багов и намыленности графики не особо интересно будет проходить игру второй раз за злую сторону. Ну или если вначале злую, потом за добрую. Как видите, за игру я нашел 20 ключей из 30, то есть еще где-то 10. И какие-то здания даже я еще не выполнил. То есть сейчас вот титры идут после их прохождения, насколько я знаю, можно пройти игру дальше. То есть оставшиеся задания довыполнять, там какие-то достижения поделать еще. То есть все зависит от вас. На этом, я думаю, я закончу прохождение данной игры. В принципе, учитывая количество частей, где-то часов 15, может чуть больше, потребовалось на это прохождение. Если, конечно, не ходить это местами пешком, где я ходил там, вначале не мог сориентироваться, куда идти, какие задания. И в принципе можно дальше будет проходить, там еще что-то поделать, можно превратиться в злого, можно продолжить стать добрым, там быть. Ну все, на этом мы закончим. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на мой канал, пишем в комментариях, что вы бы хотели видеть в дальнейших видео моих. Что вам нравится, что вам не нравится. Я буду отвечать на все ваши комментарии. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока.